надеть. Я так волнуюсь. Там точно молодой клиент. Не хочу со стартера начинать, если честно. Еще брат постоянно названивает, надо отвязаться от него как-нибудь. Короче, давай увидимся. Чтобы у нас все было, ничего нам за это не было! Нахуй дорожку испортишь, чипачка. Рэперам сенің қызын жүзекші. Әр түні сайын оның көлігін шекем. Задрала. Капец, что вчера было? Что случилось? Опять клима достает. Да, рабочий момент. Мы вчера хорошо потусили. Ой, тихо-тихо. Да, блин, как умница, только башка трещит. Да, я ничего не помню. А зато я все помню. Сара, давай останемся здесь на целый день. Здесь классно. Мне пора идти. Меня Калима ждет. Слушай, ты могла бы выбирать меня, а не работу. И тогда бы у тебя все было. Мы видимся почти каждый день. Мне все нравится. Меня это не устраивает. Да? Что тебя не устраивает? Я хочу видеть тебя чаще. О, как мило. Давай я подумаю над твоим предложением, ладно? И потом, ты же знаешь, что твоя жена этого не допустит. Дашь мне деньги, а то Клима думает, я поехала на заказ в загородный дом. Вон, на полке возьми. Пока, любовь моя. Стоять. Куда собралась? Угадай. Приветик. Привет. Удачи, она не в духе. Впрочем, как и всегда. Привет. Явилась? Новых девочек тестишь? Скажи мне, Сара, не охренела ли ты? Калима, это было несколько дней тому назад. Он хотел мне копченую колбасу в жопу засунуть. Слышь, старик, ты мне еще угрожать будешь? Извращенец конченый. Почему сразу извращенец? Это нормально. Возьми своего помощника, засунь ему колбасу в задницу и жри потом. Я уж заплатил, ты не можешь уйти. Ты шлюха, ты должна делать все, что я захочу. Сука! Калима, у него нет таких денег, за которые я согласилась бы это сделать. Это твоя работа. Почему я должна закрывать за тобой косяки? Он был постоянником. Забей ты на него. Не сегодня, так завтра откинется. Послушай, девочка, не охреневай. Ты сейчас не в том положении. Мне надоели твои выходки. Или ты что, на трассу хочешь? Нет. Ну и все тогда, чтобы такого больше не было. Если он ко мне в течение недели не обратится, с тебя косяк. Хорошо, я тебя поняла. Стоять! Чего так мало? Вечеринка в загородном доме тройной тариф. И еще штуку. Он мне часть на карту закинул. Вечером завезу. И еще. Так. Никогда мне не ври. А
иначе как родителям в глаза будешь смотреть, когда они узнают? Эйнура, блин, куда ты пропала? Срочно нужны эти деньги. Мне Калиме нужно отдать. Да, я на работе. Я же сказала, найду деньги, хватит кричать. Нет, не оплатили у меня штраф. Ну, прости меня. Не надо драматизировать, хорошо? Никто тебя не убьет. А какого хрена ты занимал столько денег? Все, я найду. Давай. Твой парень? Не говори Калиме, хорошо? Не волнуйся. Аня тебя штрафанула? Угу. Сколько? Не надо. Я сама разберусь. Бери. Возьми. Это, конечно, не мое дело, но от таких парней лучше бежать и не оглядываться. Нет, он в жизни нормальный. Я когда уйду отсюда, все наладится. Ну, конечно. Алло, эй, Монча, где сидишь ты? Здравствуйте. Здравствуй, Баяр Монча. Ща. Все, давай, там с собой все можно принести. Конечно, я тебя когда обманул, брат? Салам алейкум. Все, давай, мозги не парь, короче, давай вечером жду тебя. Я извиняюсь, помощь нужна. Сестренка пропала. Сейчас я тебе перезвоню, брат. Когда пропала? Вчера домой не вернулась. Сколько лет? 22. Не маленькая же, мам. Гуляет, наверное, где-то, утром проснется. Сейчас через трое суток приходите, пишите заявление. Послушайте, она не такая. Она всегда звонит, предупреждает. На этот раз она не звонила и телефон отключен. Не, отключенным телефоном мы не ищем. Вчера пропала. Ну, тогда через 2 дня приходите, напишите заявление, тогда начнем искать. Слушай, у тебя есть сестренка или дочка? Войди в положение. Переживаю. Сонгрид, камингезиста. Она сториз записывала с какой-то девушкой. Я, честно, первый раз ее вижу, я не знаю ее. Имя подруги есть? Феша, где ты был? На студии. На студии? Почему не предупреждаешь? Сколько мне тебя ждать? А чё ты как мама занудничает? Ночевала дома, знала то, что я ещё утром ушёл. Угу. Ты живёшь у меня. Мама сказала за тобой присматривать. А ты мне не отвечаешь. Да, кстати, мне мама звонила. Тебя искала. А чё она мне не звонит? Что? По одному уже боитесь с матерью разговаривать? Прости, мам. Поздно вчера легли, я к экзаменам готовилась. Кеша вот к конкурсу готовится. Знаю я ваши подготовки. Прости, как вы там? Привет, доча. Еркемлан, привет. Привет, папуль. Ну, нормально у нас все. Вон отцу опять какие-то люди бесконечно звонят. Деньги требуют. Сил моих уже больше нет. Балларын көзін чай айтпасаш енді. Ем не до этого. Адалдықпен шай ішкізбедің ғой. Мам, папа, я вчера клиенту с банка помогла отчет сдать. Попрошу заплатить. Сколько там? Вам же самим, наверное, не хватает. Не надо. Найдем деньги. Не могу я больше. Мам, пожалуйста, не дави на него. Он и так переживает. Ладно. Главное, вы будьте порядочными людьми. Еркебулан, ты когда поступать-то собираешься?
подожди. Ты же обещал, что поступишь. Музыка, ты что, думаешь, прокормит себя? Окей, я пошел учиться. Мам. Что ты так? Дай ему шанс. Ну вот скажи мне, почему он такой, а? Правильно говорят. Надо дочерей рожать. Вот ты у меня такая умница. В банке работаешь, в магистратуре учишься. Я горжусь тобой, дочь моя. Эй, Сара, что-то случилось? А, да нет. Ты из-за Кеши так, что ли? Нет, мам, все нормально. Ладно, а мне еще тоже домашнее задание надо проверять. Давайте вы там осторожно, хорошо? Че такие толстые? Девушка, у вас есть такая, но чуть-чуть потоньше. А волонтеров подключать будем? Нет, не будем. Сами будете искать? А что вы нашли конкретно? Одежду? Телефон? Сам все увидишь. Вы, если что, звоните мне в любое время. Я... А я думала, ты уже не придешь. Плохо обо мне думаешь. Ясно. Кстати, завтра у тебя вызов в Дубай на 3 дня. Какой Дубай? У меня же сессия. Сессия? Ты моя бедняжечка. Ты хорошо подготовилась? Может, тебе помочь? Ты запарила меня своими вечными делами. Ничего не знаю. Завтра вылет. Калима, я пошу на тебя уже год. И ты прекрасно знаешь, что у меня учеба. У меня девочки, которые работают и учатся 5 лет. И никогда не отказывают. Это и ваш заработок тоже. Или что? Деньги уже не нужны? Нужны. А в чем проблема тогда? Нафига тебе эта магистратура? Ты что, в академике собралась? Это не мне надо. Ой, хватит из себя строить примерную дочь. Ну, Калима, ну мне правда сейчас не хватит. Этого. Все, короче. Окей. Тогда послезавтра вечером пойдешь к другому клиенту и веди себя нормально. Это постоянник Суфы. Хорошо. Кеша! Кеш! Сука, Калима. Ненавижу. То есть он постоянно? Ну, что-то да. Типа того, неудивительно. Для связи. Фу, человек как лохушка. Так надо, давай свой. А ты потеряешь, это уже прохавала. Ну что, с Богом? До завтра. Иду! Здравствуйте. Меня Адиль зовут. Я старший брат Айнуры. Тут такое дело. Мою сестренку нашли мертвой. И мне кажется, что вы последний, кто видел ее. Ау, блядь. Как посмотреть следующую серию? Подожди, не ори. Это не трудно. Под видео есть описание. Заходишь туда. Ну, зашла. Отлично. Нажимаешь на ссылку, переходишь по ней. И там тебя ждет следующая серия. А, все, зашла. Не благодари.
Эй, рэперам, сенің қызың жүзекші. Әртіні сайын, оның көлігін шешем.